важнейших событий недели. В пределах страны товарищеские матчи сборной России с белорусами. Игра интересная со всех точек зрения, и с этнографической, и с геополитической. Но главное, конечно, спортивная задача — подготовка к матчу с чемпионами мира, французами, на их поле. В Туле побывал Илья Казаков, и вот вам пряник его анализа. Тула встретила сборную России перед игрой с белорусами самоуверенно и оптимистично. Никакого особенного антуража в городе не наблюдалось. Несколько крупных афиш, небольшая толпа у касс за час до начала встречи. Словно для туликов не в диковинку матч национальной команды страны на местном стадионе. Болельщики аборигены разрознены и невозмутимы. Случайно триколоры в чьих-то руках издали бросаются в глаза. Пропустим. Откуда флаг? Нашли. Пристадионная площадь взрывается криками от случая к случаю. Когда по ней вышагивают приехавшие столичные фанаты. Милиции немного, однако никаких конфликтов нет в помине. Вся агрессия болельщиков выплескивается исключительно в речевку, а внимание поделено между пивом, пирожками и программками. Местные бизнесмены пытаются заработать на матче сборной. Каждый по-своему. У кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то стесняется своего предпринимательства, кто-то раскрывает все его нюансы. 5 рублей, пожалуйста. Пока у вас сдачи нет. Нет. Ну давай. Готовы все? Тихонов. Да. Больше лепту надо. Свежий. Сейчас им подам. Если подпустят его. Если подпустят, да. Внутри стадиона милиция бдительна, но не навязчива. Скорее всего, стражи правопорядка расслабляют незаполненные трибуны. По беговым дорожкам за 10 минут до начала матча звонким маршем проходит оркестр. Затем барышни в сарафанах традиционно подносят командам хлеб-соль. Все это на фоне полупустого стадиона. Становится понятно, что аншлага не будет. Непонятно только почему. Первый тайм. Белорусы чертят две дуги обороны у штрафной Тумиловича и практически даже не пытаются выходить со своей половины поля. Россияне в синих футболках, ластиком многоходовок, касание пытаются стереть эти линии защиты. И кажется, что быстрого гола не миновать. Первый же удар по воротам гостей опасный. Бесчастных не хватило до гола сантиметров 5. Тумилович в прыжке тащит мяч из самого угла. Но время идет, ожидаемого развития в атаках россиян нет и нет. Типичный розыгрыш мяча нашей сборной в первом тайме. Смертин, подключившись к атаке, не может найти адресата для острой передачи. Нет скорости, нет свободных зон. Партнеры стоят и просто смотрят на железнодорожника, приходится давать пас назад, и комбинация глохнет. Атаки сборной России через фланги развиваются редко, хотя это приводит к обострениям игры. На левой бровке Тихонов совершенно незаметен, в отличие от противоположного края, где на помощь Карпину часто выдвигается вперед Хлестов. В эту зону часто уводит защитников маневренный Панов, а вот Бесчастных по центру все никак не может зацепиться за мяч. Хозяевам откровенно не хватает агрессивности. Яновский в одиночку пытается выровнять процент выигранных единоборств и ломает ногу Геращенко. Литовский судья показывает, что можно играть, и, воспользовавшись рассеянностью белорусских футболистов, мостовой выводит Панова к воротам, но удара нет. Скидка назад, и снова никто не решается пробить, пока мяч не оказывается у Карпина. Территориальное преимущество россиян огромное. Назад начинают возвращаться не все. В результате единственная стоящая контратака гостей в первые 45 минутки едва не становится голевой. Народ на трибунах постепенно скучнеет, оживляясь только при розыгрыше стандартов. И вновь свое слово говорит мостовой. 31-я минута, штрафной по центру ворот, и Тумиловичу не помогает даже тщательно выстроенная стенка. 1-0. Вроде бы по игре. Перед перерывом наши могли забить еще раз. После подачи мостовому углового Анопко пробил в самый угол. И Гуренко с Ехимовичем едва успевает вынести мяч за лицевую. Перерыв. Активно разминаются запасные. Ясно, что появится Юран. Вместе с ним выходит и не набравший форму Цымбаларь, что в какой-то степени неожиданность. Еще больше неожиданность — штурм ворот Овчинникова, заменившего Черчесова. Белорусы сравнивают счет уже на первой минуте тайма. Карпин и Цымбаларь на пару не разобрались с Орловским при розыгрыше углового, а Анопко зачем-то рванулся в зону мостового. Первый удар белорусов отбил вратарь, второй раз не дали пробить защитники, а вот третья попытка Орловского оказалась результативной. Дальше больше. Оборона нашей сборной не справляется с атаками белорусов. Защитники начинают ошибаться позиционно, и Маковский прощает россиян после выверенного навеса Ромащенко. Впрочем, паники в действиях наших пока нет.
Возможно, из-за того, что гости никак не могут элементарно попасть в твор ворот, как Терловский после углового. Поражает, как быстро хозяева отдали инициативу сопернику. Белорусы быстрее и агрессивнее во всем. Типичный пример. Островский, до перерыва ни на шаг не отходивший от своей штрафной, теперь активно прессингует на чужой половине поля, отбирает мяч и едва не попадает в ворота. Игра все же выравнивается после очередных замен. Мостовой едва не попадает снова в самый угол со штрафного, а Титову в концовке стать героем матча мешает надежная игра Тумиловича. В итоге товарищеский матч заканчивается 1-1, и перед решающей игрой с французами вопросов больше, чем ответов. В первом тайме все-таки что-то хотя бы получалось. Во втором тайме опять сказалась старая болезнь наших спортсменов, с которой пока никак не удается успешно побороться. Это отсутствие бойцовских качеств. В настоящий момент эти нападающие считаются сильнейшими в России. Вот почему они так играют, это, наверное, скорее всего, по сегодняшней игре могут только они сами объяснить. Казалось, не хватает движения и очень много поперечных передач. В чем дело? Ну, я бы не говорил о каком-нибудь кризисе. В принципе, мы больше владели мячом, инициативой. Другое дело, что порой пропускали контратаки. О кризисе я бы рано говорить. Все нормально, я считаю. Можно ли говорить о том, что в игре с белорусами можно какую-то параллель провести против французов? Леша, мы не беседуем. Да? Не беседуем. В чем дело? Не беседуем. Леша, опять. Вот чем закончился матч для нас. Пресс-атташе сборной России и «Спартака» Александр Львов просто прервал наше интервью с Алексеем Смертиным.